Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале Mobile Gamer, и сегодня я запускаю новую рубрику на своем канале «Клановые войны», где в каждом выпуске наш клан Mobile Gamer будет противостоять другим кланам в Call of Duty Mobile. Поэтому сегодня мы будем играть против немалоизвестного клана ценителей в закладку бомбы до 3 побед и по 7 раундов в каждой игре. И так что, если тебя заинтересовало, обязательно прожми лайк и подпишись на данный канал, а также поделись своим мнением по данной рубрике в комментариях. Очень надеюсь на вашу поддержку. Ссылки на канал Ценителя и его Discord будут также в описании по данному видео. Залетайте, там можно спокойно пообщаться. Ну и не забывайте также и про наш Discord сервер. Ладно, не буду вас больше задерживать, так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек и берите печеньки. Ну а мы начинаем. И еще раз всем привет, ребят. Вы опять, как всегда, на канале Mobile Gamer. И сейчас у нас начинается клановая битва между кланом Ценителей и Mobile Gamer. И мы начинаем с первого боя, в котором я не принимал участие и в котором принимали мои соклановцы. Так что погнали. Переходим к самому бою. Ну что, первый раунд будем смотреть за Ценителей. Будем наблюдать за их игрой. Будем смотреть, как они будут играть. Пока что смотрим за Саней, как он играет. Так, пока что 5 на 5. Посмотрим, что будет дальше. Пока что все более-менее равная игра. Саня пытается атаковать. Ценители теряют одного игрока. Саню убивают. Так, мы пока что выигрываем. Посмотрим, сможем мы взять этот раунд. Опа! Почти вся команда Ценителей погибает. Остается только хитшот. И мы выигрываем этот раунд. Молодец, Скорстрайк. Зарешал этот раунд. Так, начинается второй раунд. Посмотрим, кто возьмет сейчас бомбу. Наблюдаем за Скорстрайком. Окей, Соска. Габриэль. Так, пока что ничего интересного не происходит в игре. Давайте, давайте, парни. Опа. Как, Скорстрайк сейчас хорошо разделался с Ценителем. Так, смотрим за Player XD. Хорошее передвижение по карте. Что же он сможет показать в этом бою? У нас остается только два человека. Опа. Плохую тактику выбирают Ценители. Я бы не играл настолько закрытую игру и не шкирился бы по углам. Это так чуть-чуть по-крысовски звучит. Опа! Хорошая игра от Player XD, хороший килл. Опа, 2 в 1, 2 в 1, хитшот, хитшот, и мы его убиваем. Отлично! Что ж, продолжаем дальше играть. Посмотрим, что да как будет. Так, 2-0 выигрываем, это очень даже хорошо в нынешней ситуации. Так, X-Play, Скорстрайк. Опа, хорошая тактика, потому что скрытная игра в Call of Duty Mobile иногда приносит плоды. X-Play. Ой-ой-ой-ой-ой, как хитшот сейчас его красиво вынес. Так, Габриэль. Ой-ой-ой, Габриэль, молодец, молодец. А, нет, это Скорстрайк, прошу прощения. Хорошая игра от Скорстрайка. Player XD. Так, пока что посмотрим на всех участников данного раунда. Ой-ой-ой, нашего Player XD убивают. Смотрим за Скорстрайком. Так, хорошее телодвижение. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, Скорстрайк остановится против троих Ценителей один. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, он пытается атаковать. Ой, ой-ой-ой-ой-ой. А сейчас Ценители вырывают один раунд, и счет становится 2-1. Какая напряженная борьба нас ждет. Или не ждет. Это вы узнаете дальше в видео. Так, Player XD. Бегает АК-47. Неплохой выбор.
Так, Габриэль тоже с Акашкой бегает. У меня такая же Акашка есть, кстати. Так, X-Play. Чекает, чекает вход. Хорошая тактика. Ой-ой-ой, как же X-Play. Сейчас в башкарик попадают. Так, Габриэль, Габриэль, давай-давай. Смотрим, смотрим, что вообще сейчас происходит на карте. Мы, я смотрю, зажали всех. Ну, сейчас кто-то умер из наших. Ой-ой-ой, Player XD. Player XD. Ой. Молодец, молодец, Player XD. Чуть не сдох, но молодец, играет. Играет до конца. Все-таки убивает Player XD. Убивает Сани. Хорошие действия от Сани. Посмотрим, что сейчас сделает Габриэль. Ай-яй-яй, почти, почти. Почти Фокси убил. Но маленько не хватило до убийства. Так, продолжаем, продолжаем дальше. Так, Фокси убегает куда-то. На вторую тачку. На, скорее всего, на вторую точку. На точку А. Так, Габриэль бежит к нему. Смотрим, смотрим, что же сейчас будет. Что же сейчас будет? Кто же выиграет? Так, Фокси засел. Надеется на то, что Габриэль не заметит его. И он убьет его из-за укрытия. Смотрим, смотрим, что же сейчас будет. И Габриэля убивают все-таки из-за укрытия. Конечно, не очень зрелищный килл. Но и так сойдет. Так, счет пока что ничейный. 2-2. Никто не ожидал такой напряженной борьбы. Скорее всего, сегодня. Но сегодня попались нам хорошие противники. Shadow, Foxy, Mamba, Цени жизнь, Headshot. Это все достаточно скилловые игроки. В клане ценителей. Блин, соску чуть не убивают. Ну, спокойно, спокойно надо играть. Надо отдышаться, как говорится. Не дать противнику себя убить. Так. Габриэль в атаку. У него дробаш. Не знаю, как он называется, все-таки. Не силен в названиях этих оружий. Так, Фокси убивает Скорстрика. Но Скорстрик в тот момент кого-то убил. Это очень даже хорошо, потому что, скорее всего, сыграет немаловажную роль в данном раунде. Так, играет. Игра 2 вдвое. Смотрим, что сейчас будет. Мы зажали их. Неплохо, неплохо. X-Play, X-Play. Что сейчас будет делать X-Play? Ой, как X-Play красиво сейчас в прыжке убивает. Хороший килл, хороший килл. Молодчик, молодчик. X-Play. Счет становится 3-2. Кстати, оказалось, что в этой игре мы будем играть до 6 раундов. Ну, это ошибка Ураниума. Ну, ничего. Это все-таки фановые. Фановые КВ. И тут результат не так важен. Да, пока что у нас Габриэль на первом месте. Следом идет Скорстрик, Player XD. У них же Сани жизнь очень хорошо играет. Именно Сани. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Что сейчас будет? X-Play идет в атаку. Я думаю, он будет рашить. Смотрим, что из этого выйдет. Так, 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 так. Много подкатов, хорошая игра от X-Play. Надо рашить, но он ошибается, ошибается в том плане, что не надо было входить, скорее всего, из-за укрытия. Он в этот момент кинул дымовуху, и его убили. Так, конечно, нельзя играть. Нельзя так ошибаться. Так, Player XD, Player XD со своим пистиком. Что же сможет сделать в данной ситуации? Так, берет снайпу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая опасная игра. Что же будет, что же будет? Так, Mamba идет в атаку. Ой, Player XD, красавчик, с револьвера сейчас затащил каточку. Так, один в одного играем. Остался хитшот от Player XD. Посмотрим, кто выиграет. Ой-ой-ой-ой-ой. Хитшот чуть не убил нашего соклановца. Но Player XD играет до конца. Опять же, берет свою снайпу. Посмотрим, что из этого выйдет. Сможет ли он убить хедшота и выиграть тем самым раунд, сделав счет 4-2. Так, все мы затаили дыхание. Смотрим, кто же победит на одном раунде.
Нам всего лишь нужно дотерпеть 4 секунды. И они не успевают поставить бомбу. И это 4-2. Неплохой раунд мы проводим. И это весомая заявка на победу. Будем наблюдать поначалу за плеером XD. Посмотрим, что да как. Плеер XD вперед-вперед, как говорится. За клан, за победу. Как было высказывание. В трансформерах я не иду вокруг да около, я иду напролом. Плеер XD один из тех, кто следует данной тактике. Так. Так, что же у нас тут? Что же у нас тут? Ой, какая куча тут. Мала. Ценители прижались к своей базе. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я думаю, ничего хорошего. Так как наши перестреливают их потихоньку. И тем самым окружая. Соска все-таки погибает нечаянно. Но наши сужают кольцо. И неизвестно, кто же победит. Осталось всего лишь Shadow и Foxy. В команде ценителей живых у нас же 3 человека. И они очень поджались. Ну и они, скорее всего, могут из-за этого и проиграть раунд, потому что остался один человек. Наш Score Strike пытается уничтожить Shadow'а. Мы окружаем его потихоньку и убиваем. Ну, все-таки 3 в 1 это уже обычно 100% победа, если только мы не дали бы ему разбежаться. Но мы его окружили и успешно убили. Ладно, счет 5-2, и скорее всего эта игра будет за нами, но посмотрим, что да как. Пока что счет 5-2, и все может все-таки еще измениться, так как Call of Duty Mobile это непредсказуемая игра, и какое убийство от X-Play все-таки его забирает, но он хорошо помогает своей команде, и у ценителей наступает критическая ситуация. Остается 3 человека, 2 человека, 1 человек, у наших остается 3. Кто же выиграет? И трое в одного, у них остался Shadow. Сможет ли он что-то противопоставить нашему клану, нашим 3 участникам? И ой-ой-ой, красота, просто красотища. Окружили Шедова и не оставили ему ни шанса. Молодцы, парни. Ладно, мы переходим ко второму бою в данном кланваре. Ну что, переходим ко второй игре. И тут я буду уже участвовать и показывать свой скилл от своего первого лица. Так что, как видите, уже начался первый раунд второй игры. Я, как всегда, неудачно кидаю гранату куда-то в небеса. В итоге кидаю в забор, как обычно играю. Напоминаю, играю в 2 пальца. Я игрок такой не скилловый, но смотрите, вроде что-то умею. И вы сейчас посмотрите, как я играю и сможем ли мы затащить второй раунд в данной игре. Ой-ой-ой, почти меня убивают. Я неплохое движение делаю, хороший килл. Помогаю своей команде. Ой-ой-ой, 2 в 2 остается. Неизвестно, кто сейчас победит, мы посмотрим. Но, скорее всего, мы. Так, Соска. Что Соска сейчас будет делать? Она, как всегда застревает на крыше. Пытается опять запрыгнуть. Я так понял, у нас сейчас будет какая-то тактика. Потому что мы заложили бомбу и посмотрим, сможем ли мы вынести последнего человека в тиме ценителей. Напоминаю, что у ценителей поменялся полностью состав. Они для каждой игры выбирали уникальный состав, и ни один человек не играл больше одной игры. Ну, как видите, мы берем первый раунд. Наша же тима постоянно менялась, 2-3 человека менялись. Я провел одну игру из многих. Так что вот такие дела. Так что сейчас начинается второй раунд. Смотрим. Очень интересно наблюдать за данной игрой. Хоть мы и достаточно крупно уже выигрываем, но надо отдать должное ценителям. Они неплохо играют. Тем более они особо не настраивались на данную игру. Это мы пытались доказать, чего мы стоим и как мы играем. Ой-ой-ой. Ой, хорош. Хорошо, я сейчас хакера убиваю.
Уже второй килл делаю за два раунда. Так, забегаю в здание. Пытаюсь найти противника, но, скорее всего, и в данном раунде мы уже выигрываем. Потому что, ну, 4 в 1 это нереально выиграть, как показывает практика. Так, ну мы зажали, в общем-то, человека, и Score Strike спокойно расстреливает противника со снайперки. Так, 3-0, нет, прошу прощения, 2-0 уже в данной игре. Пока что у нас все получается. Ой-ой-ой, Гост хорошо выносит Score Strike. Посмотрим, к чему это приведет. Так, я пытаюсь нормально кинуть гранату. Как всегда, мне это не получается, потому что я рукожоп. Ой, ой-ой-ой, какой двойной килл. И я убиваю ураниума и хакера одновременно. Да, хорошая игра в моем исполнении. 4 килла уже. И это просто офигенно. Неплохо, у меня все получается, можно сказать. И это радует. Радуют, потому что я помогаю своей игре, своей команде победить. И это великолепно. Так. Неплохо. И мы побеждаем. Да, мы побеждаем. И третий раунд. Берем третий раунд. Это просто офигенно. Так. Сейчас у нас стартанет четвертый раунд. Счет 3-0. Уверен, что ценители уже к этому моменту подсели. И на морально-волевых им уже будет трудно взять и камбэкнуть. Так, пока что Score Strike неплохо выносит ЧСВ и Лейса. Ой-ой-ой-ой, молодец, хорошая игра от меня. У нас Гондольфа, потом Ураниума, опять Ураниума. Хорошее действие от меня. Но хакер все-таки убивает меня. Так как у меня уже не была полная жизнь здоровья. У меня было около 50%, и он с легкостью меня убил. И один ценитель остается. Вернее, один игрок из клана ценителей. И мы его благополучно убиваем. Отлично, 4-0, играем до 7 раундов. И, скорее всего, победа в кармане. У кого-то может сложиться вопрос, почему я играю с ножом. Ну, у нас такие правила, что запрещены все оружия, кроме ножей. Только снайпер имеет право иметь пистолет. Так, я хотя бы попал в дом, но там никого не оказалось. Жалко. Ой-ой-ой. Хороший килл от меня, убивая хакера, но в доме находились еще два ценителя, и они без проблем меня убили. Так, Соска что-то хочет сделать. Кинуть эту гранату. Хорошо сыграно. Неплохо посмеялся над противниками. Но до победы еще далеко. Ой-ой-ой, Скорстрика выносит, но неизвестно, что сейчас будет. Так, Степа. Что же Степа сделает? И он спокойно выносит Ураниума. Молодец. И делает тем самым счет 5-0, и это уже разгром настоящий. Главный вопрос, могут ли ценители взять хотя бы один раунд в данной игре. Так. Ну, у нас идет шестой раунд, мы побеждаем 5-0, и это комфортный счет все-таки. Маловероятно, что ценители уже отыграются. Так, мне кто-то со спины пытался убить. Неизвестно, кто это был. Что ж, я продвигаюсь вперед. Ой, какой килл хороший. Неплохо сейчас я хакера убил в подкатике. Так, я продвигаюсь еще дальше. И у нас остается два противника. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой выстрел на дальнике, хорошо зажал и уничтожил противника. Счет 6-0, и нам остается выиграть всего лишь одну игру, чтобы выиграть и вторую, и, в общем-то, всю серию у ценителей.
Так что держим кулачки за наших ребят и самого себя. Так, я беру разрывную гранату, бегу вперед. У нас поначалу появился план, что каждый взял бы гранату и вынес, так, каждый сам своего противника, но скорострика не оказалось. Гранат, и он был вынужден играть со снайпы. Так, ой-ой-ой, двойной килл, ё-моё, хлебушки-воробушки, как же я всех выношу. И это оглушительная победа в 7-0 в данной игре. И мы, в общем-то, выигрываем и вторую игру. Если что, будет в третьей, но мы, конечно, без проблем победили. Посмотрим, может, я и занял MVP в данной игре. Все возможно. И я беру MVP, набираю 1100 очков, и, по-моему, у меня было 11 или 12 убийств. Отличный просто результат. Ну, а мы будем переходить к последней игре в этих кланварах с ценителями. Так что погнали. Слушай, на очереди у нас последняя игра в данных кланварах. Я опять же тут не играл. И мы приняли вообще решение играть на ножах. Соска берет нож, и мы разносим в данном раунде ценителей без проблем. И берем данный раунд. Выглядело смешно. Ладно, погнали дальше играть на ножах. Габриэль взял топорик, Соска с ножом побежал, скорее всего, Степа тоже с ножом будет. И Player XZ тоже, по-моему, топорик был. Соска бежит вперед, не замечает противника, забирается на танк. Смотрим, что из этого выйдет. Так, он продвигается вперед. Так, со снайпой. Так, что сейчас будет? Скор страйк тоже, видим, бежит вперед. И я так понял, сейчас мы будем зажимать наших противников. Остается только Гост. У нас остается еще Player XD, Соска и Скор страйк. Посмотрим, что из этого выйдет. Player XD убивают. Но Скор страйк мстит за своего соклановца и спокойно разделывается с Гостом. Молодец, Скор страйк. Хорошая игра в этих кланварах от него. Ладно, погнали дальше. Соска берет бомбу. Опять же устремляется вперед. Посмотрим, смогут ли они сделать много убийц на ножах. Тут, конечно, просто толпой все идут друг на друга. Соска замечает, что к нему приближается огромная толпа ценителей, и его убивают в подкате. Неплохой килл, но мы видим, что Скорстрик убивает на фоне и приносит тем самым победу Мобайл Геймеру, клану. Так, ладно, начинается четвертый раунд. Погнали, погнали, как говорится. Соска опять устремляется вперед. Сейчас будет просто разоруба. Ой, Габриэля выносит, хакера выносит. Боже, какое же тут столпотворение происходит. У меня даже нет слов. Данной ситуации наших трое остается против Госта и... Ой, уже нету Лизы. Лизу убивает в данном раунде. Так, Соска. Что сейчас Соска будет делать? Соске надо красиво закончить этот раунд. Так, у нас остается, как всегда, Скорстрик, ПРХД и Соска. Опа. Ну и тут мы тоже спокойно разделаемся. 4-0 счет становится уже. Это, конечно, полнейший разгром. Вообще не даем шансов ценителям. И они, ну, к сожалению, проигрывают, так как видно, что им мастерства не хватает. Но клан у них хороший. Так что, если заинтересовал их клан, вступайте обязательно. Ребят хорошие, общительные. Рады, если к ним кто-то присоединится, скилловый игрок. Ну и заходите к нам также. У нас найдете также много интересного. Так, смотрим за Лизой, как играет. Ой-ой-ой, Лизу сейчас только что убили на ваших глазах.
Это было неплохо. Неплохой килл от Габриэля. Но Габриэля убивают. И счет становится 4-1. Гейс, оценители берут хотя бы раунд. Это уже похвально с их стороны. Так. Слушай. Продолжаем дальше, как говорится. Ой-ой-ой, скорстрик 13 убийц сделал уже в этом раунде. Набрал 1400 очков. Что за зверь против? За нас играет. Молодец, недоделка играет. Просто офигенно. Так, Габриэль устремляется вперед. Посмотрим, что он сейчас сможет сделать. Как я знаю, он неплохо играет с топориком. Так, его, наверное, заметил чешуешница. Ну, или как ее называют, Лизой. Беги, 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 Габриэль. Убьют иначе. Так, Лиза устремилась за ним. Они все-таки зажимают. Зажимают нашего бедного Габриэля. В тиски убивают его. Остается скорстрик. И скорстрик пытается навязать борьбу. Ай-яй-яй, какой красавчик скорстрик. Двоих выносит. Как же, конечно, ценители сейчас ошиблись и не смогли убить. Не смогли убить нашего доброго скорстрика. Молодец, скорстрик. Тащит на штиму в данной игре. За что ему огромное спасибо. Вообще огромное спасибо всем, кто играл сегодня. Блин, скорстрика убивает. Но мы толпой проносимся вперед и не даем Лизере вообще никаких шансов. Одного она убила, но двоих она все-таки не успела. Мне напоминает режим зомби, там также все на друг друга идут, бегут. Короче, на такое что плодотворение происходит. Ну а мы тем временем берем седьмой раунд, и счет становится неприличный, 6-1. И есть все шансы, чтобы окончить эту игру уже в этом раунде. Так что будем смотреть, кто победит сейчас. Габриэль уже 7 убийств, по-моему, как я понял, сделал. И это хороший результат. Наши пытаются что-то сделать. Так, Габриэль. Ой-ой-ой, почти убили, но... Габриэль держится. Держится еще. Так, он заметил хакера. Ой-ой-ой, как же они вдвоем сейчас зажали. Зажали и не дали ничего сделать. Так что, скорее всего, и в этом раунде, и в данной игре мы победили. Остается только ГОСТ. У нас четверо. И да, мы побеждаем. Так что мы побеждаем в данных кланварах 3-0. За что всем большое спасибо. Спасибо всем, кто был на данных кланварах. Спасибо участникам и ценителей. Спасибо нашим соклановцам из клана Mobile Gamer. Ну а на этом я буду с вами прощаться. С вами, как всегда, был Mobile Gamer. Не болейте, играйте только хорошие игры. Ну а я пошел искать следующий клан для наших любимых кланваров. Пока-пока и увидимся уже в следующем ролике.